Федеральная сеть оконных компаний «Экопласт» – это качественные окна из немецкого профиля по доступным ценам, скидки и подарки. В федеральной сети развита добрая традиция помогать тем, кто в этом нуждается. Сотрудники детской инфекционной больницы, в частности первого отделения, очень благодарны фирме «Экопласт» за то, что они приняли участие в благотворительной акции, установили бесплатные сетки для нашего отделения для улучшения состояния нахождения деток в нашей больнице. Большое им спасибо. Побольше бы таких меценатов, которые участвовали бы в развитии добрых дел. На все окна в отделении детской инфекционной больницы Краснодара установили москитные сетки от компании «Экопласт». Это вклад клиентов оконной компании в акцию «Творить добро на радость детям». Часть средств, полученных за заказы, направляют на благотворительность. Часть прибыли мы направляем на благотворительность. Такова политика нашей компании. Приоритетное направление в этой деятельности – помощь детским учреждениям, садам, школам и больницам. Поэтому мы с радостью откликнулись на просьбу подарить детскому отделению инфекционной больницы Краснодара москитные сетки. Напоминаю, что в сентябре в компании «Экопласт» цены пополам. Все окна, балконы, блоки и рамы за половину стоимости. Успейте заказать профили, сделанные в Германии, премиум класса со скидкой 50%. Предложение ограниченное, будет действовать только до 30 сентября. Все подробности узнайте в наших фирменных офисах продаж. Офис компании «Экопласт» в Анапе на улице Лермонтова, 116В.